что мы называем. Кондитное разрытие, мы просто еще не зарыли это. Мы все равно будем взорвать, мы не то есть ориентировочно, наверное, будем, если в четверг мы ожидаем уже понижение температуры, то есть в пятницу, в принципе, можно спокойно уже посмотреть вопрос по включению тепла. Хорошо. Логин, у вас какое состояние? У нас все в порядке. Мы ждем распоряжения на четверг. У вас все заполнено. Да, все заполнено, все работает. Хорошо. Как вы оцениваете там состояние подготовки предварительного жилого фонда? В принципе, я говорил, не хуже, чем в прошлом году. Мне как правило лучше. Я думаю, что таким темпом еще не идут, до конца недели будет все сделано. Слышал вас, хорошо.